115-летию Первой народной библиотеки посвящается это торжество в Деколепсе. Здесь библиотекари все. Мы сегодня награждаем... у нас будут вручены грамоты от главы округа Владимира Витальевича, заслуженным работникам, почетным работникам. Это и благодарственные письма, и почетные грамоты, и некие призы приятные людям. Высоко отмечают нашу работу. Я хочу сказать, что глава высоко отмечает нашу работу и работу моих сотрудников. Несмотря на то, что кадры молодеют. Все началось в далеком 1904 году, тогда еще Солнечногорская волость. По завещанию издателя Флорентия Павленкова была открыта первая народная библиотека. Историческая справка. В 1914 году библиотекой пользовались читатели 7 селений волости. В ней насчитывалось 777 книг. Именно она стала родоначальницей нашей центральной районной библиотеки. В трудные предвоенные годы в городе и районе активно развивалось библиотечное дело. Люди тянулись к книгам и знаниям. Центральная районная библиотека находилась тогда на улице Красной, дом 122. Затем по улице Почтовой, дом 7. А в середине 50-х годов библиотека переехала в здание по улице Красной, дом 126, которое занимает и по сей день. Библиотекарь сегодня... Это не просто человек, который выдает книги. Библиотекарь сегодня – это психолог, это аниматор, это друг. Он остается актуальным во все времена. И наше библиотечное дело живет и процветает благодаря нашей администрации, благодаря нашему многоуважаемому губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, который нас очень активно поддерживает. Сейчас я руковожу коллективом в 35 человек. Но это вот как раз Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека. Далее с Нового года мы объединяемся, и у нас будет единая централизованная библиотечная система городского округа Солнечногорск. Количество читателей растет с каждым днем. Цифра увеличивается, поэтому называют цифры от и до, даже не рискну, честно говоря, потому что люди привлекаются, людей много, мы проводим массовые мероприятия, и количество наших читателей растет с каждым днем. Я от всей души поздравляю своих коллег, желаю им дальнейшего творческого полета, полета мысли, успехов и всего самого наилучшего, чтобы дело жило и процветало.